Жители академического района Екатеринбурга, выйдя утром из дома, были неприятно удивлены последствиями ночного происшествия, случившегося во дворе по улице Краснолесья. Краснолесья 117-119. Вот к нам заехал в гости Пазик. Побил чуть-чуть машин. Ну как чуть-чуть? Около 7, наверное, машин. Водитель автобуса ПАЗ компании «Уралтрейд», решивший ночью проскользнуть в дворовом проезде, явно недооценил габариты своей машины и собрал целый ряд легковушек, припаркованных на ночь. О, нет зеркала. Вся бочина, две двери, бампер, заднее крыло. О. Ох, не повезло бойхе. Вот так вот. Вот так вот и живем. Вот так вот и живем. Любопытно, что, поцарапав одну машину, водитель автобуса не остановился и не отказался от своего плана, а продолжил движение, последовательно повредив 7 машин. По словам жильцов этих домов, первыми вставших утром для прогулки с собаками, в 5:30 утра они видели полицейских и сотрудников ЧОПа, обходивших подъезды, видимо, в поисках виновника массового ДТП.